кто здесь выполняет съемку видеороликов, и многим нет 18. Но сейчас карточка банковская открывается с 14 лет. Для тех, кто, у кого есть дети, внуки, я думаю, вы об этом прекрасно знаете и осведомлены. И в итоге у многих из этих ребят возникает интересная ситуация. У них есть карточка, на которую они могут принимать платежи и могут расплачиваться. Кстати, напишите у ваших детей или внуков до 18.